Июньское солнце в конце апреля. В Беларуси на праздничные выходные летняя погода. Температура воздуха будет выше нормы на 8 градусов. Ночью до 7 тепла. Днем максимум 20. В воскресенье 24 с плюсом. А вот в понедельник по югу страны 29 градусов. Правда, с дождем. Уже в длинные праздничные выходные нас ожидает очень теплая погода, но не обойдется без дождей. Под влиянием атмосферных фронтов и теплых воздушных масс юго-запада Европы в Беларуси местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы, при грозах порывистый ветер. Такая летняя погода сохранится в Беларуси до конца следующей недели.